Чельстрем. Кажется, он. Ким. Удар. Гол! 1-1. Ким Чельстрем. Блестящим ударом со штрафного сравнивает счет. Образцовый, не боюсь это слово, показательно. Он загоняет мяч в ворота Сергея Нарубина. Ну вот тоже Чельстрем, конечно, красавец. Так здорово все сделал. А ведь Нарубин, ну неужели он ждал, что мяч полетит в его угол, там, где он находился? Известно, что Чельстрем слева и будет бить. Странно. Ну ладно.